Фёдор Одиноков родился 4.17 февраля 1913 года в селе Воскресенском Тульской губернии. С 17 лет работал на Новомосковском химкомбинате. Одновременно начал играть в местном траме. Театр рабочей молодежи. После службы в армии пришел в Вахтанговский театр рабочей сцены. Затем поступил в Щукинское училище. После окончания, в 1942 году, вышел на сцену театра имени Е.Б. Вахтангова. С 1947 года актер театра ГСУВГ. С 1950 года театра имени Ленинского комсомола в Москве. С 1961 года театра Северной группы войск в Польше. В 1964-1973 году гастрольного театра комедий. Сниматься начал в 1938 году. Ведущий мастер эпизода 1960-1980 годов. Исполнитель роли русских мужиков. Снимался в фильмах «Белый взрыв», «На войне как на войне», «Проверка на дорогах», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Знакомство» и других. Скончался Ф. И. Одиноков 19 февраля 1994 года. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. 48 уч. На Писательской аллее.